عشق مزار ده، دل آزار ده، آر بازار ده، ارزان مناموز ای تل میز خار، الداد مکار، تکرار و تکرار سرسان مناموز قلب مزلرگه، ساخت سوزلرگه، ناموزسیزلرگه، یالغان مناموز تشلب کتلگن، قدر توکلگن، بگن کچلگن ایمان مناموز، ارزان مناموز، سرسان مناموز ناموزسیزلرگه، یالغان مناموز تشلب کتلگن، ای قدر توکلگن، ای بگن کچلگن، ای ایمان مناموز. «Мамочка, помолитесь за меня, мне нужно идти на работу». «Куда? Почему ты так спешишь?» «Говорю же, на работу. Куда же еще?» «Сегодня ты не увидишься с Гузаль?» «Нет. Почему вы спрашиваете?» «Да так просто. Если увидишься, то предупреди меня тоже, хорошо?» «Зачем?» «Я хочу знать, что происходит, сынок. А потом... можно будет и посоветоваться. Все-таки три головы лучше одной». «Хорошо, тогда так и сделаю». «Сынок, о чем ты думаешь вообще? Расскажи нам тоже». «Пока ничего. Честно говоря, ничего не придумал. Поэтому не иду к ней. Нужно не сделать ошибок». «Совершенно верно, сынок. Сначала нужно все обдумать, а потом начинать». «Хорошо, мне нужно идти. Мамочка, помолитесь за меня». «Разве я это буду делать, когда здесь сидит твой отец? Отец, пожалуйста». «Иллах амин. Да будет мир и покой в нашем доме. Аллаху акбар». «Пусть все планы моего сына сбудутся. Пусть невестка и внук наконец-то вернутся в этот дом. Аллаху акбар». «Пусть так и будет. Спасибо, мамочка. Хорошо, я пошел». «Всего доброго». «Что? Почему вы так смотрите?» «Ты змея, дорогая, змея». «Эй, прекратите. Что это значит?» «Ассаламу алейкум, папа. Доброе утро». «Ва-алейкум ассалам. Хорошо ли отдохнула?» «Да, спасибо. А вы хорошо отдохнули?» «Да, пойдет». «Папа, вы не спали прошлой ночью?» «Почему-то не мог уснуть». «Почему что-то беспокоило вас?» «Не в этом дело. Я думаю о Гузаль». «Вы из-за этого не спали?» «Папочка, не переживайте, все наладится». «Как это наладится, дочка? Жизнь Гузаль совсем запуталась». «Я знаю Гузаль. Она найдет свой путь. Я уверена». «Нет, доченька. Ты не понимаешь. Если у Гузаль родится ребенок, Пархот начнет приходить и требовать его. Каждый день будут суды, глупые споры и скандалы». «Ну что теперь делать, папа? Другого выхода нет. Может, до того времени все уляжется». «Нет, доченька, Пархот не тот, кто успокоится. К тому же... его мать тоже присоединилась. Кто теперь будет защищать Гузаль? Если Алишер не выйдет из тюрьмы, что же станет с Гузаль-то? Неужели не могу поверить своим глазам? Ты пришла увидеться со мной?» «Нет, я не пришла увидеться. Нужно поговорить». «В любом случае, ведь ты пришла.
Хорошо, говори, милая. Давай. Вы что, все семейно сумасшедшие? Почему ты так говоришь? Во-первых, я не ваша милая. Я жена другого человека. Во-вторых, объясните это своему брату. Приезжать в дом одинокой женщине ночью и поселиться там – это позор для мужчины. Понимаете? Что, Амир приходил к тебе домой? Не только приходил. Он начал нам угрожать. Санам, ты зря переживаешь. Амир никогда не причинит тебе вреда. Правда? Вот как? Не причиняет вреда? Приходит к нам домой среди ночи, берет моего сына на руки, угрожает его убить, держа за горло. Это означает, не причиняет вреда? Хочешь сказать, что Амир взял Камрона за горло? Да. Амир обнял Камрона и угрожал мне. Говорил, что убьет моего сына. Я не смогла вынести это. Пришла прямо к вам, потому что ночью не смогла уснуть. Это невозможно. Амир сходит с ума. Если это так, он перешел все границы. Да. Усмирите своего брата. Если не можете, я сама это сделаю, поверьте. В таком случае он тоже окажется в тюрьме. След за вами. Дельшатуке, вам не нравится наш дом? Что ты имеешь в виду? Просто спрашиваю. Неплохой, ну, хороший. Теперь мы будем жить здесь постоянно, или вы хотите вернуться к себе домой? Дельшатуке. Не знаю, посмотрим. Время покажет. Если вам здесь нравится, давайте жить здесь. Почему бы нам не остаться? Почему ты так говоришь, Марифат? Я не говорил, что мы уезжаем. Не знаю. Мне почему-то так кажется. Как будто вы хотите уехать. Нет. Ты неправильно понимаешь. Тогда почему вы сказали, что продадите дом? Не понял. Хватит притворяться. Почему вы сказали, что продадите этот дом? Откуда ты это взяла? Какая разница? Почему вы хотите продать дом? Я не говорил, что продам. Просто сказал, что если переедем в наш дом, этот дом будет пустовать. У нас нет права продавать этот дом, потому что он принадлежит Гульноре и Хумаюну. Если завтра тетя Хумаюна оставит его здесь, он тоже придет жить сюда. Я давно не видел Хумаюна. Очень соскучилась по нему. Нужно его навестить. И не думайте о продаже. Хорошо. Тогда я уйду из этого дома сегодня же, да? Что вы имеете в виду? Я же не говорю вам уйти. Ты ведь говоришь, что этот дом принадлежит Гульнаре и Хумаюну. У меня здесь нет никакого права. Почему я вообще здесь? Не переворачивайте мои слова. Что вы хотите? Почему вы все время хотите устраивать скандал? Я не устраиваю скандал. Это ты начала такой разговор. Зачем это тебе сейчас нужно, а? Потому что Гульнара услышала это и расстроилась. Она обиделась и рассказала мне. Эй, да надоели уже все! И твоя дочь, и твой дом. Когда закончится этот бардак? Как долго я буду жить в такой неопределенности? Неужели вся моя жизнь пройдет в страхе, в тревогах? Алло. Алло. Я слушаю.
Санам, где ты? Я пришла встретиться с Тимуром. С Тимуром? Зачем же? Рассказала ему о его брате. О том, что он нам угрожает. Что даже хотел убить моего сына. Все рассказала. Что? Он хотел убить Камрона? Да, он так пугал нас. Но не получилось. Я все рассказала Тимуру. Думаю, он поставит брата на место. Ты домой собираешься? Иду на работу. Почему ты не забираешь своего сына? Почему, сестра? Вам трудно с ним? А вдруг Амир придет? Задушит меня тоже. Что тогда? Не говорите так, сестра. Не говорите такие вещи. Пожалуйста. Я говорю как есть. Я очень боюсь. Ты знаешь, я беременна. Мне нельзя волноваться. Да, я знаю, сестра. Успокойтесь. Не думайте о таких вещах. Он делает это только из-за меня. Он не причинит вреда кому-то из-за Камрона. Не переживайте. Я постараюсь вернуться пораньше, забрать Камрона. А до тех пор, пожалуйста, посмотрите за ним. Пожалуйста. Хорошо, возвращайся скорее. Ладно. Мамочка, папочка, вам что-нибудь нужно? Если у вас есть для меня какие-то дела, то... Нет, спасибо, доченька. Все в порядке, почему вы спрашиваете? Позвонили из офиса Алишераке. Они звали меня на работу. Я хотела сходить, поговорить, если вы позволите, конечно, с вашего позволения. Что такое? Почему они зовут вас? Не знаю, ничего конкретного не говорили. Но сказали, что нужно прийти. Что, у Алишера остались какие-то незавершенные дела? Видимо, да, дорогой. А куда он устроился? Он не говорил вам? Да, он говорил, что начал новый бизнес какой-то с близким другом. Об этом говорил. Бизнес? Да. Как так? Он же говорил, что устроился по своей специальности. Да, он и мне так говорил. Думаю, это что-то связанное по поводу медицины. Что бы это ни было, и ты замучила невестку вопросами. Пусть идет, потом узнаем. Ну да, вы правы. Идите. Идите, невестка, только будьте осторожны. Хорошо, мамочка. Всего доброго. Идите. Пусть не сглазят. Такая умная. Такая воспитанная невестка у нас, правда? Ты что, пришел к ней домой ночью? Не ночью, но было уже поздно. Что, ты в своем уме? Ты что, ей угрожаешь? Что-то вроде того. Да с тобой что-то не то происходит. Ты становишься каким-то совсем другим человеком. А что делать? Жизнь заставляет меня делать такие вещи, и я вынужден, дурдона. Слушаю. Ассалам алейкум, брат, как дела? Спасибо, что случилось, Камол? Тимур вас ищет. Он сейчас с тобой, да? Нет, он сейчас не со мной. Ты ходил к нему? Сегодня был у него. Он сказал, чтобы вы пришли. У него к вам важное дело. Почему? Он не сказал почему. Думаю, он скажет вам, когда вы придете. Понятно. Ладно, спасибо тебе. Хорошо. А, кстати, подожди, Камол. Да. Если Тимур снова будет меня искать, скажи, что не смог меня найти, хорошо? Почему, брат? Просто сделай, как я сказал. Хорошо, брат. Что такое? Тимур меня искал. Ты собираешься избегать его, так? Я не избегаю его, просто нет терпения слушать его упреки. Это не так. Ты знаешь, что ты не прав, поэтому тебе стало стыдно и не можешь пойти к нему. Перестань забивать мне голову своими странными разговорами. Давай лучше что-нибудь закажем. Как вы, брат? Хорошо. К
Как дела? Хорошо, спасибо. Чем занимаетесь, брат? Рассматриваю контракт, связанный с Алишером. Почему? Все хорошо? Я вызвал его жену. Она скоро придет. Его жену? Что, вы хотите нанять ее на работу? Да. Почему? Что значит почему? Нам нужен рабочий вместо Алишера. Хорошо, но зачем именно она, брат? Марьям, сестренка, ты слишком много вмешиваешься в мои дела. У меня нет прав? Я имею право хотя бы спросить, как ваша сестренка. Какая разница, если я найму ее или кого-то другого? Могу совсем чужого человека нанять. Я вас не понимаю, брат. Кажется, у вас есть другой мотив к этому. Какой у меня может быть мотив, ты хоть думаешь? Вы хотите избавиться от Фархода. Вы думаете только об этом. Фарход твой работник, у меня нет права его увольнять. Не нужно сарказма, брат. Я говорю серьезно. Хорошо, я встречусь с женой Алишера. Посмотрим, какая она. Остальное решим позже. Давай не будем торопиться. Поверьте мне, брат, это ошибка. Если Алишер был таким, то и жена его такая же. Сестренка, ты становишься слишком грубой изо дня в день. Брат, я просто говорю правду. Запомните, я вас предупреждала насчет Алишера. Но вы говорили нет. А что в итоге, брат? Вот. Ой. Ой. Боже мой. Ой, дитя мое, дитя мое. Ой, хотя бы ты не создавай мне никаких проблем. Тебе еще рано рождаться. Потерпи немного, дитя мое. У нас и так много проблем выше крыши, дитя мое. Ой, мой золотой. Что же нам делать? Голова кругом идет, только ты не торопись, ладно? Алло. Алло. Да, Свасия, как вы? Все хорошо? Как вы сами? Не устаете? Спасибо, хорошо. Но мы не в порядке. Почему? Что случилось? Есть проблемы, да? Проблемы уже давно имеются. Мы надеялись, что решим их, поэтому не говорили вам. А что же случилось? Ничего не решается. Не можем найти решение. Вы говорите, будто вы ничего не знаете, да? А Тимур вышел из тюрьмы или нет? Нет, он еще не вышел из тюрьмы. Но приехал его хладнокровный брат. Брат? Не оставляет нашу невестку в покое. У него еще и брат есть? Ах, мерзавец. Да, еще хуже, чем он сам. Вы приедете к нам? Может, обсудим все эти дела, примем какое-то решение? Подумали бы, что нам делать дальше? Подумали бы. Хорошо, хорошо, я приеду, обязательно приеду. Ладно, тогда приезжайте. Поговорим потом, хорошо? Будем ждать. Хорошо, будьте здоровы. Будьте здоровы. Ладно. Милая, как ты? Почему пропала? Зачем ты так говоришь? Это ты не приходишь, не звонишь даже. Как я могу пойти к тебе домой? Неудобно же. Я звонила, а ты не ответила мне. Может быть, я была занята. Вот поэтому и звоню. Выходи хоть иногда в город. Давай встречаться. Неужели человек может так измениться? А что мне делать на улице? Что я там буду делать? У меня заботы только дома. За родителями смотреть нужно. Домашние дела. Зачем тратить время? Да неужели это ты? Ты превратилась в настоящую деревенскую женщину. А что в этом плохого? Это я, не беспокойся. Боже, еще и смеется. Раньше, когда я так говорила, ты начинала нервничать. Прекрати. Не говори ерунды. Ну ладно. Почему ты сегодня вышла? Идешь навестить маму? Да нет, меня вызвали в офис Алишераке. Заодно я решила тебя навестить. Правда? Почему? Кажется, у него какая-то проблема. Еще одна проблема.
У твоего мужа проблемы никогда не кончаются. Ой, не знаю. Все проблемы накопились. Дома ни минуты покоя, ты знаешь. То Гульнара приходит, то сестренка Алишераке. Сестренка? Я не знала, что у него есть сестренка. Я тоже не знала. Недавно узнала. Знаешь, его сестра такая... Такая змея, да? Если бы была змеей, ладно. Ладно, не будем об этом говорить. Ты пойдешь со мной? Не знаю. У меня сейчас клиент. Я вышла на 5 минут, чтобы тебя увидеть. У тебя же есть ученики. Не можешь им сказать? Нет. Клиент капризный. Понятно. Тогда я сама схожу. Потом еще увидимся. Гульнара. Ассалам алейкум, папочка. Валейкум ассалам. Да, проходи, доченька. Это самое, я пришла спросить, как ваше здоровье. Да, хорошо. Папочка, вы хорошо себя чувствуете? Да, спасибо, все нормально. Как ты сама, как мама? Спасибо, слава богу, все хорошо. Папочка, я хотела вас кое о чем спросить. Спрашивай. Я хотела пойти к Алишераке. Вы можете поговорить с ним за меня? О чем мне с ним говорить? Если ты просто пойдешь и попросишь встречу, тебе разрешат. Нет, я думаю, что Алишераке не выйдет ко мне, поэтому я хотела вас попросить пойти от вашего имени. Хорошо, но ты неправильно думаешь. Алишер никогда не откажется от встречи с тобой. Да, спасибо. Папочка, вам что-нибудь нужно? Нет. Если есть какие-то дела, скажите. Или не остается дел от новой невестки? Почему ты так говоришь, доченька? Все в порядке. Вчера Гузаль уходила, я собирался тебя позвать. Правда? Да. Принеси мне аппарат для измерения давления изнутри и измерь мое давление. Кажется, у меня немного поднялось давление. Хорошо, сейчас принесу, папочка. Хорошо. Надра, ты что здесь делаешь? Гульнара, ты в порядке? Ты почему так лежишь? Кто довел тебя до такого состояния? Прошу тебя, я умираю. Помоги мне. Что с тобой? Скажи. Дай мне таблетки, пожалуйста. Я умираю. Пожалуйста, найди таблетки. Хорошо, хорошо. Какие таблетки? Что нужно тебе? Где у тебя болит? Говори, я сейчас найду. Подожди. Это не обычные таблетки. Таких таблеток дома нет. Я дам тебе номер. Позвони. Он даст тебе таблетки. Пожалуйста. Какой номер? Что ты говоришь, Надра? Что ты здесь делаешь, Гульнара? Выйди отсюда. Мамочка, я это... Сейчас же выйди, я сказала тебе. Почему ты сюда зашла? Папочка просил измерить его давление. Я... искала аппарат, поэтому я здесь. Убирайся отсюда. И больше никогда не заходи сюда. Хорошо. Иди, я сказала. Мама, помогите. Я больше не могу, мама. Придется терпеть. Другого выхода нет. Пожалуйста, помогите мне. Я прошу вас, мама. Убери руки. Папочка... Да, дочка, не нашла? Нет, дело в том, что... Что случилось? Почему ты такая бледная? Папочка, я зашла посмотреть, чтобы найти тонометр для измерения вашего давления. Зашла в комнату на дыры, но знаете, что но? Я увидела? На дыра... Что такое? Говори же! Дело в том, что на дыра... На дыра... На дыры же нет дома. Что ты хочешь сказать? Говори. Дело в том, что Гульнара... она... Ну что ты здесь делаешь, Гульнара? Я ничего не делала. Я попросил ее измерить мое давление, поэтому она зашла, чтобы найти тонометр. Успокойся уже. Ты измерила?
Где? Принесла тонометр? Ну что ты стоишь? Я не нашла, мамочка, поэтому... Конечно, не найдешь. Уходи, уходи. Иди уже, ну что ты стоишь? Почему ты постоянно смотришь на отца? Хорошо. Не нашла, значит, его нет. Уходи. Иди. Хорошо. Что случилось? Ко мне пришел человек по имени Доньор. Тот самый? Да, тот, который угрожал мне. Что он говорит? Снова угрожает. Говорит, что подаст на апелляцию. Требует, чтобы я не свидетельствовала против Алишера. Ты сказала ему убраться? Нет, не сказала. Он даже к моей маме человека отправил. Негодяй. Что еще сказал? Говорит, что Алишер не должен сесть в тюрьму. У него большой долг перед ним. Хорошо. Пусть тогда и он подает на него в суд. Не сказала это? Почему он ходит и говорит, чтобы не сажали его? Он что, сумасшедший? Нет. Они, оказывается, друзья. Но у него также долг перед ним. И если он сядет в тюрьму, долг придется выплачивать мне. Понимаете? Что? Что это за глупости? Я тоже так думаю. Все становится запутеннее. После того, как Алишера посадили, я не избавлюсь от этих проблем. Избавишься? Ты не обращай внимания на таких людей. А как это сделать? Почему вы так мучаете меня, сестра? Я все время живу в страхе. Вы ждете, чтобы со мной что-то случилось? Я больше не могу. Если будет апелляция, я не буду свидетельствовать против Алишера. Бенавша, успокойся. Потерпи немного. Мы обязательно все решим. Когда? Скоро. Скоро все решим. Ты только не паникуй. Хватит. Давай займемся делами. Еда! Приятного аппетита! Не бойся, она не отравлена. Не порть аппетит. Не бойся, я не собираюсь устраивать скандал. Просто пришел поговорить. Я не разговариваю с животными. Твое положение хуже нашего. Ты меня достал уже. Что тебе надо? Слушай, возьми себя в руки. Зачем устраиваешь скандал? Посмотри на свое положение. Тебе не до ссор. Посмотри, похоже, у тебя здесь нет и друзей. Ну и ладно. В таком состоянии далеко не уйдешь. Можешь умереть до того, как срок истечет. Даже если так, что тебе с этого? Если я умру, ты будешь праздновать. Разве это не радует тебя? Хочу сказать одну вещь. Я сам займусь этим делом. Алло! Ты слишком переборщил. Тимур, это ты? Да, я. Почему ты лезешь к моей жене? Как ты вообще можешь звонить из психбольницы? Я тебя что-то не понимаю. Ответь на мой вопрос, глупец. Почему ты пугаешь мою жену? Как ты думаешь, почему? По-твоему, мне это нужно? Послушай меня. Я тебе с самого начала говорил. Мне не нужна твоя помощь. Не лезь к моей жене и ребенку. А я ведь это для тебя делаю, брат. Вот положительный результат уже налицо. Она ведь пришла к тебе. Ты пугаешь их и заставляешь подчиняться, чтобы вернуть их мне
Я любил Санам, всегда ждал ее. Я проявил свою любовь, но никогда не угрожал ей. Я тоже ничего не украл. Она сама идет туда. Увидишь, подожди немного. Нет, брат, подожди ты. Я сам скоро выйду и все решу. Хорошо, тогда выходи скорее. Я тебя предупредил, не пугай их больше. В целом, не лезь в мои дела. Как всегда, виноват я. Вместо благодарности слышу только упреки. Послушай меня. А ну-ка, подойди. Хорошо. Слушаю, мамочка. Перестань называть меня мамочкой. Почему ты снова пришла в наш дом? Дело в том, что я хотела узнать, как здоровье папы. Какое тебе дело до него? У него есть жена, невестка. Что тебе до этого? Проведать она хочет. Я переживаю, мамочка. Слушай, хватит лукавить. По-твоему, ты так помогаешь, да? Мы что, не можем сами справиться? Послушай меня. Ты не ищи повода заходить в наш дом. Поняла? Не делай этого. Ты надоела мне уже, понимаешь? Ну что ты за человек? Когда собаку прогоняют, даже она уходит. Ты посмотри на себя. Не рассказывай никому, что видела Надру. Ты поняла? А что с ней случилось? Тебе-то что? Я спрашиваю, тебе что? Не лезь в наши дела. Делай то, что сказано. И все. Не рассказывай папе о том, что Надра здесь. Если он узнает об этом, пеняй на себя. Как вы? Будь здорова. Чем вы занимаетесь? Вот, всякой мелочью. Главное, когда начнется работа. Скоро начнется. Нет никаких новостей. Пока что нет. Кстати, есть новость, если можно назвать это новостью. О чем вы говорите? О той женщине, которую мой брат хочет взять на работу. Кого? Кто же еще? Алишираке жена. Мой брат хочет взять ее на работу. Гузай приходит сюда на работу? Да, она сидит здесь, ждет на улице. Что случилось, Фархотаке? Где вы, мама? Мама! Мама! Ой, почему ты кричишь? Прекрати! Мама! Надра, тихо! Мама, я сейчас умру! Мама, отпустите меня, пожалуйста! Прекрати шуметь, я сказала! Папа услышит! Пусть слышит! Пусть слышит, мама! Если он услышит, ты окажешься на улице. Я согласна, мама. Отпустите меня. Просто отпустите. Я уйду, мама. Больше не буду вас беспокоить. Ни за что. Ты останешься здесь и будешь лечиться, поняла? Лучше скажи мне спасибо. Если я сейчас выставлю тебя на улицу, ты умрешь, как собака. Хорошо. Я согласна на все. Даже если умру или буду страдать. Только отпустите меня, мама, пожалуйста, я страдаю. Отпустите. Прекрати шуметь. Ты никуда не пойдешь. Не кричи. Мое тело болит. Я умру, мама, пожалуйста, отпустите меня. Мама, пожалуйста. Терпи. Мама, дайте немного, мама. Дайте немного таблеток, пожалуйста. Немного. Немного, я... Просто приведу себя в порядок, мама. Мне станет лучше, увидите.
Только, пожалуйста, дайте немного. Пусть немного боль уйдет. Не отказывайте мне, пожалуйста, мама. У меня нет этой ядовитой таблетки. Даже если она есть, я тебе не дам. Я умоляю вас, мама, дайте немного. Хотя бы один раз. Хватит. Пожалуйста, я умру. Я сказала, хватит. Мама, отпустите меня, пожалуйста. Отпустите. Что? Ты говоришь, Надара пришла? Да. Я случайно ее увидела в комнате. Она там сидела и стонала. А почему она стонет? Она что, плачет? Да, плачет. Кричит, руки связанные. Похоже, что она снова принимает наркотики. Ты говорила, что она вылечилась? Нет, не вылечилась. В то время она просто обманула нас и сбежала. Не могу поверить. Твои свекровь и свекорь забрали ее обратно домой? Нет, это не так. Мой дядя даже не знает, что она там в доме сидит. Даже не знает, что Надра живет там. Как это так? Не знаю. Говорю же тебе, что-то происходит. Значит, свекровь скрывает от мужа, что забрала дочь домой для лечения, да? Да, так и есть. Это ж простое дело. А ты так волнуешься. Меня пугает то, что моя свекровь никогда не скрывала ничего от свекра, ты понимаешь? Даже без спроса она не выходила на улицу. А вот теперь они скрывают от него, что привезли дочь домой и связали ее. А что, свекровь знает, как ее лечить? Или она доверяет этой невестке доктору? Кажется, так оно и есть. Походу, что за этим всем стоит Гузаль. Она все это делает. Да ладно, как она это делает? Твоя свекровь не согласится с ней сразу. Да ты не знаешь ничего, Лола. Какая она лиса на самом деле? Льстит, как змея она. Гузаль, остановись, не торопись, пожалуйста. Ты в порядке? В порядке, спасибо. Гузаль, послушай меня. Тебя приняли на работу? Почему ты кричишь на меня? Я никогда не буду здесь работать. Почему? Или что, Даниор тебя обидел? Не Даниор, а ты обидел. Думаешь, я буду работать там, где ты есть? Гузаль, это просто работа. Слушай, зачем мне с тобой ссориться, а? Возьми себя в руки и спокойно поговори со мной. Я не могу себя взять в руки. Когда я вижу тебя, у меня нервы сдают. И эта идея тоже из-за тебя вышла, да? Это ты убедил его позвать меня на работу? Нет, это не я. Напротив, он сам сказал. Оставь мне эти разговоры. Этот человек меня даже не знает. О чем ты говоришь вообще? Он отлично знает, что ты жена Алишера. Не нужно мне морочить голову, хватит. Гузаль, не торопись, пожалуйста, не торопись. Послушай меня. Что было, то было. Мы живем своей жизнью. Ведь это так, да? И если у тебя есть желание работать здесь, просто работай. Я вообще не буду тебе мешать. Даже не узнаешь, есть я или нет. Это невозможно. Я не хочу даже дышать с тобой одним воздухом. Ты не мучай меня, понятно? Оставь меня. Скажи этому тоже, чтобы больше не беспокоил меня. Что? Ты нарочно делаешь? Что? Что я нарочно делаю, а? Почему ты говорила о Фарходе? Что, разве нельзя говорить о Фарходе? Ты нарочно это сделала, зная, что Фарход и Алишер не ладят. Зачем об этом говорить? Брат, Фарход работает здесь. А эта женщина все равно увидит его, даже если она начнет работать. В любом случае, ты сделала неправильно. Почему ты без разрешения входишь сюда, а? Брат, вы что, шутите? Почему я должен шутить? Я говорю серьезно. Это рабочее место, а не дом. Почему ты входишь без разрешения, зная, что здесь есть человек, еще вмешиваешься в наш разговор, зная это? Это же неуважение.
Я не знала, простите. Если я вас разозлила, прошу прощения, пожалуйста. Я немного невнимательна. Просто отлично. Что сделано, то сделано. Слушай, по-моему, когда слышат про Фархода, все пугаются. Он не выглядит как нормальный человек. Пожалуйста, брат, давайте не будем обсуждать это больше. Я тоже не люблю вашего друга. Но я не хочу продолжать тему и говорить о нем плохо. Хорошо, брат? В конце концов, они просто работники в наших руках, и все. Мы делаем свою работу, вот и все. Что случилось, невестка? Почему не заходишь домой? Мы уходим, сестра. Я пришла забрать Хемрона. Зайди в дом, поговорим немного. Что происходит вообще? Что ты сделала? Какие-то изменения есть или нет? Скажи мне все. Пока нет. Что ты имеешь в виду? Ты откуда пришла? С работы. Ага. Весь день на работе была, да? Да. Вот это да. Ты оставила мне ребенка и спокойно провела весь день на работе, да? Ищешь способ, как освободить Галиба или нет? Да, ищу. Я не развлекаюсь. Чтобы освободить моего брата, даже меня в сложное положение поставила. И еще, отвези своего ребенка в детский сад. Я тоже немного отдохну. Что? Почему ты так смотришь? Мне трудно, я же беременна, в конце концов. Если бы был твой сын спокойным. Хорошо, сестра. Спасибо за то, что заботились о Кемроне. Кемрон! Эй, Кемрон! Да? Иди. Идем, сынок. Идем. Не прохладно, возьми в руки. Иди уже. Ладно, хорошо. Берегите да, хорошо. Себя. Все, идите. Спасибо. Не баловался? Слушался тетю. Скажи, Кемрон. Боже мой. Боже. Зачем я ей так сказала? Надеюсь, она не передумает об освобождении Галиба. Ну и ладно. Шайтон исидан, нафс осидан, кочалмай колган, жайрон мунумуз, манзили узак, кунгили да тузак, мезбон муштак, мехман мунумуз. Ташлеп кетилген, Kadri tökülgen, bugün keçilgen ey iman mı namus, arzan mı namus, sersan mı namus, namussizlerge, yalgan mı namus, teşlep ketilgen ey kadri tökülgen.